открылась новая социальная сеть, вот адрес ее интернет, vt.social. Она отличается от Фейсбука тем, что тут не то, что вам показывают новости, как решит социальная сеть, а все подряд, как ВКонтакте, что вы, если кого-то захотите, исключите из новостей, но тех, кого вы хотите новости, вы обязательно увидите. И это, конечно, очень хорошо. Вот если нажать «перевести», и вот они пишут, что социальные сети выросли в мире, но они усилили голоса плохих актеров по всему миру. Ложные новости повлияли на глобальные события, а алгоритмы заботятся только о вовлеченности и сохранении зависимости людей от этих платформ. Но вот это вот хочет социальная сеть быть другим. Они никогда не будут продавать ваши личные данные маркетинговым, видать, этим компаниям. И выживают они благодаря щедрости отдельных доноров, обеспечивая конфиденциальность. И они возможность самостоятельно выбирать, какой контент вы обслуживаете, и напрямую редактировать заголовки и сообщать о проблемах, если кто-то что-то там ложь распространяет. Ну, вроде говорили, что тут сильно много заявок, и они регистрируют тех, кто даст там взнос $13. Ну, не знаю, я еще не пробовал регистрироваться. Если хотите, попробуйте, я адрес под видео дам. Ну, социальная сеть — это общение. Люди сейчас многие одиноки, скучают, не с кем пообщаться. Тут можно найти и собеседника, и вторую половинку, кому как повезет.